Вас вітає служба інформації телерадіокомпанії «Гомель». У студії працює Наталі Ігнатенко. Глядіть у гэтым випуску. Сьогодні день пам'яті воїнів-інтернаціоналістів. На колегії фонда «Гомель Абломайомасть» розгляджені шляхи удосканальвання використання державної майомості. Мобільна група гомельського гарвиконкама наведала завод гандлёвага обсталявання. Ансамбль паветрана-десантных войскаў «Блакітныя берэты» выступіў у Гомелі. І больш падрабязна аб гэтым і не толькі. Сёння ў Беларусі азначаецца Дзень памяці воінаў-інтэрнацыяналістаў. 15 лютага 1989 года завяршыўся вывад савецкіх войскаў з Афганістана. У праграме памятных мерапрыемстваў традыцыйная акцыя «Запалі свечку памяці», жалобная паніхіда і ўрачысты мітынг. Ганна Кавалёва раскажа больш падрабязна. Памятные мероприемства в областном центре по традиции распочались поминальной акции «Запали свечку памяти». Былые воины-афганцы пришли у Свято-Петропавловский кафедральный собор, как поставить свечки у память об загинувших у Афганистане земляках. Дарыча, за маль 30 тысяч белорусов, якія воевали на афганской земле, до дому не вернулся 771 человек. З их 124 – уродженцы Гомельской области. Окончилась война. Когда война заканчивается? Это, наверное, праздник. Конечно, для матери, которая потеряла сына, вот, это, конечно же, память, это, конечно, какая-то скорбь, это боль и так далее. Для людей, которые дождались своих сыновей, конечно же, праздник. Плохо, когда, конечно, идут войны. Вот, поэтому я хотел бы пожелать всем нашим воинам-интернационалистам, чтобы их дети, внуки, правнуки, вот, чтобы никогда в жизни не знали то, что испытали их родственники, которые служили в Афганистане и в других горячих точках. А поудні в Гомельском храме Иверской иконы Божьей Мати прошла панихида по загинувших воинах-интернационалистах. Знаковые подеи дня стал митинг-реквием с ускладанием кветок до монумента воинам-интернационалистам у микрорайоне Любинске. Монумент узведен у память об усих воинах, якія у розные годы воевали за межами нашей родимы. Удельниками митингу стали ветераны боевых деяний, представники органов улады, громадских объединений, предприемств и организаций. Память загинувших яны ушановали хвилиной молчания. Мы и скорбим сегодня, и в то же время встречаемся со своими сослуживцами для того, чтобы пообщаться, поддержать инвалидов наших, поддержать семьи погибших, кто остались еще в живых, родителей, кто остались еще живые. Вот. Ну и, конечно, помянуть всех тех, кто ушел за 28 после афганских лет, ушли из жизни наши ребята, наши сверстники. Сегодня в Гомельской области проживая около 3800 воинов-интернационалистов, которые принимали удел у локальных военных конфликтах за межой. Многие из них принимают удел в громадском жизни региона, выступают в научных установах, проводят уроки мужности для школьников. У патриотичном выховании подрастающего поколения яны достойно протягивают справу, распочатую ветеранами Великой Отечественной войны. Ганна Ковалева, Игорь Марышченко, телерадиокомпания «Гомель». Сегодня протягнулся официальный визит надзвычайного и полномочного посла Французской Республики у Беларуси Дидье Канеса у Гомель. Дипломат встретился со старшиней гарвыканкама Петром Кириченком. Взаимодействие на региональном узроне является важной часткой белорусско-французских отношений. Активно развивается гуманитарное супрацовництво, перш за все, дякуючи побратимским сувязям Гомеля и Клермон-Феррана. Зараз стоит задача активизовать экономичные взаимоотношения. Головная мета визиту Дидье Канеса – пошук новых деловых контактов. Мы над этими работаем в посольстве. Я лично думаю, что уровень наших экономических обменов не удовлетворен. И мы будем надеяться, что эта ситуация улучшится к лучшему. Первый наместник керовника администрации президента Максим Рыжанков у пятницу 17 лютого проведет выездный прием громадян у Рогачеве. Прием будет проходить у будинку районного выконавчего комитета. Час с 9 до 12.30. Записаться можно по номерах телефонов, которые вы сейчас бачите на своих экранах. Министр информации Республики Беларусь Лилия Ананич так само 17 лютого проведет прямую телефонную линию для жыхароў Гомельской области. Звернуться с пытаниями можно будет с 10 до 11 годин по номеру 75-42-99. А кроме того, у гэты день запланованы так само прием громадян по особистых пытаниях. Ён пройдет с 11 до 12 годин у будинку областного выконавчего комитета. Попередний запись ведется по номеру телефона 75 46 93.
Реалізацыі аб'ектаў, якія не выкарыстоўваюцца, акцыянаванне прадпрыемстваў і ўкараненне практыкі карпаратыўнага кіравання. Сёння на калегі фонда Гомелі аблмаёмасць разлічаны шляхі ўдасканальвання выкарыстання дзяржаўнай маёмасці. Удзел у пасяджэнні прынялі і нашы карэспандэнты. Па выніках мінулага года па колькасці аб'ектаў, якія раней не выкарыстоўваліся, а цяпер уцягнуты ў гаспадарчы абарот, Гомельская вобласць з'яўляецца лідарам у Беларусі. У канкрэтных лічбах гэта амаль 300 будынкаў і 160 мільёнаў рублёў, якія паступілі ў бюджэты розных узроўняў. І такая статыстыка. На аб'ектах, якія задзейнічаны ў мінулым годзе, створана каля 340 новых працоўных месцаў. Разам з тым, у Гомель-аблмаёмасці пагаджаюцца, вынікі маглі б быць больш значнымі. У некаторых раёнах нават не могуць своечасова падрыхтаваць дакументы для правядзення аўкцыёнаў. Іншая справа, што і самім пакупнікам у фондзе раюць з прыняццем рашэння не зацягваць. Если говорить про проблемы конкретного реализации имущества, то я сегодня особых препятствий не вижу. Конечно, в первую очередь, иногда отпугивает цена первоначальная, и многие покупатели ждут снижения. Но не всегда это работает им как плюс. На аукционы с большим понижением цены к нам приходит много покупателей, и цена вырастает в сотни, иногда и в тысячи раз. Яшчэ адна сфера ўвагі фонда «Гомель-аблмаёмасць» – моніторынг дзейнасці акцыянерных таварыстваў. Зараз у рэгіёне зарэгістравана 215 такіх прадпрыемстваў. І амаль у 190 з іх доля дзяржавы не менш як 50%. Іншая справа – наколькі паспяхова яны працуюць. Згодна з пастановай урада, на некаторых буйных таварыствах у гэтым годзе плануецца ўвесці так званае карпаратыўнае кіраванне, што дапаможа акцыянерам больш эфектыўна кантраляваць кіраўніцтва кампаніі і ўплываць на прымаемыя рашэнні. Праўда, фарсіраваць гэты працэс сёлета, верагодна, не будуць. Справа ўрэшце новая, а таму неабходна прадугледзець магчымыя негатыўныя наступствы. Определённое корпоративное управление сейчас просматривается на предприятие «Беллесбомпрома», которое акции владения переподчинены Банку развития, отданы в управление. И вот там модель корпоративного управления показывает результаты, что собрав и сориентировав в одном месте все потоки как денежных средств, так и товарных, но на данном этапе это дает определенный положительный результат. Поэтому вопрос пока еще в стадии обсуждения. Ну і все взвесив, будет прийнято окончательное рішення. Олег Сюнцюров, Ольга Коновалова, Ігор Марышенко, телерадіокампанія Гомель. Працягваем выпуск. Мабільная група гомельскага гарвыканкама сёння зноў наведала завод гандлёвага абсталявання. Амаль год таму там былі адзначаны шматлікія парушэнні як дысцыпліны працы, так і санітарнага стану. Вынікамі работы над памылкамі пацікавіўся Олег Сюнцюров. На Гомельском заводе гандлевого обсталявания мобильную группу сустракают ветливо. Супрацовники аховы по первой же просьбе демонстрируют свои службовые посвящения и рассказывают об действующей системе контролю. Крыху позднее члены мобильной группы звернуть увагу и на еще одну особливость. И они не зарегистрировали ни одного человека, який спозднился на работу. Подчас попередней проверки порушения дисциплины имели практически массовый характер, что тлумачилось у темлику и вытворчими проблемами. Это неколи Гомельский завод гандлевого обсталявания был предприемством союзного значения, а здесь ситуация изменилась, и завод, который размещался на нескольких пляцовках, был вымушен скоротить вытворчие площади. У этого будинок Гомельский завод гандлевого обсталявания переехал с нижней 2011-го. Ранее тут находилось одно из подразделений предприятия, которое не выкрасовывалось не с середины 90-х, а тому работу начинали в умовах вельми далеких от идеальных. Это сегодня у вытворчих помещений тепло и в целом утульно. Але шмат кто из работников памятает часы, когда от холоду нельзя было працевать. Бедай самое значное за уваги у членов городской мобильной группы на этот раз. До оформления путевых листов и прохождения медицинского огляду. Керовник группы Александр Ключинский просит показать, какую проверку проходят водители, и отзначая, не фиксуется целый шерг параметров, которые могут свечить об здоровье человека, что у свою чергу может привести до аварии. И еще один момент, на який звертаю увагу мобильная группа. При наявности тестов для проверки у организма наркотичных речевов за прошлый год ими не скористались ни одного разу. Дайте полосочку, раз. Вот результат какой, на мой взгляд, что, значит, если дадут раз в неделю, количество людей, сколько вы знаете, если не дай бог, где-то что-то уже начнутся движения, разговоры, правильно? Согласны? Разговоры, да, конечно, опасаться, бояться. Проблемы Гомельского завода гандлевого обсталявания выкликаны в первую очередь ситуацией с неплатежами. Сегодня партнеры запозычили предприемству сумму, суправнальную с трехмесячным объемом вырабляемой продукции. И об этом, подчас наведывания завода мобильной группой, так само идет размова. Диверсифицируем свое производство и свой сбыт. Идем на расширение, так сказать, участия своего в открытых конкурсах, которые проводятся
предприятиями республики. И поэтому, если мы раньше основную свою продукцию продавали в системе потребительской кооперации, то сейчас рынок значительно расширяется. По выниках летошних проверок городской мобильной группы сотни специалистов притягнуты до административной отказности, некольки десятков у темлику директору знятых займаемых посад. На Гомельском заводе гандлевого обсталевания, не глядячи на целый шерег выявленных недохопов, крайние меры летось вырешили не применять. Сегодня можно констатовать, это было правильное решение. Предприятие стабильно выплачивает заработную плату, вовремя выплачивает заработную плату. Со слов руководства предприятия есть наметки на то, что оно в дальнейшем будет работать стабильно. Значит, раз стабильно будет работать, значит, вовремя будет выплачиваться заработная плата, и эффективность производства будет расти. Поэтому, ну, а если какие-то там замечания, значит, в процессе работы, я думаю, что они тоже устранят их. Олег Сентеров, Игорь Марищенко, телерадиокомпания «Гомель». 18-гадовы гамельчанин размаляваў машыну свайго знаёмага. Як паведаміла афіцыйны прадстаўнік управлення ўнутраных справ гомельскага аблвыканкама Кацярына Радзіёнава, некалькі дзён таму ў міліцыю звярнуўся 29-гадовы жыхар савецкага района Гомеля. Па словах аўтаўладальніка, яго СААП уначы размалявалі фарбамі. Машына стаяла ў двары шматпавярховага дома. Ружовай і зялёнай фарбамі быў заліты не толькі кузаў, але і фары з каўпакамі колаў. Особо неудачливого мастака установили супрацовники криминального вышуку советского РАУС совместно с коллегами из инспекции по справах неполнолетних. Хлопец был затриман и доставлен у районный отдел милиции. Подозрённый нигде не працуе и не вучится. Правоохранители рассматривают несколько версий, в том числе и по причине неприязненных личных отношений. В настоящее время молодой человек идет на контакт с милицией и дает признательные показания. У дачыненні да хлопца узбуджана крымінальная справа па артыкуле хуліганства. Максімальная мера пакарання да 3 гадоў пазбаўлення волі. Ансамбль паветранадэсантных войскаў «Блакітныя берэты» выступіў у Гомелі. Гэта адзіны музычны калектыў Узброеных сіл Расіі, удзельнікі якога з'яўляюцца заслужанымі артыстамі. Нашы корэспандэнты не толькі наведалі канцэрт, але і сустрэліся з легендамі расійскай эстрады. У глядзельнай залі няма свабодных месцаў. На сцэне ладзяцца канцэрт з нагоды 28-годзя з дня вываду савецкіх войскаў з Афганістана. Распачалі праграму артысты гарадскога цэнтра культуры, а потым на сцэну выйшлі легенды советской российской эстрады гурт «Блакитные береты». Зараз артисты находятся у великим гастрольным туры, але, як означил мастацкий кераўнік Сергей Яровы, гэты концерт у Гомеле особливы. Вчера были в Минске, сегодня в Гомеле. День вывода войск, 28-я годовщина вывода войск из Афганистана. Приехали поздравить наших мужиков. Это праздник. Кто бы что ни говорил, называть его можно День памяти, но все равно это праздник. Закончилась война. Война закончилась, и это хорошо. У Гомеля блакитные береты не упершыню. Приезжают сюда не только на гастроли, але и у гости до сябров. Да у нас друзей очень много. В Гомеле у меня только моих служаков, с кем я служил одновременно. Вот сейчас придут. Вот очень много. Наших афганцев, с нашего полка, да вообще просто из Афганистана, много наших ребят. Естественно, мы сюда начали ездить, наверное, с начала 90-х годов. Поэтому сами посчитайте, сколько у нас должно быть друзей, учитывая, сколько концертов мы здесь отыграли. Концертную программу артисты так само подрихтовали специально для гомельских прихильников. Будут и новые, будут и старые, но все будет «Голубых беретов». Потому что мы всю жизнь поем только свое. На наступны дзень пасля канцэрту ў Гомелі блакітныя бярэты са сцэны крамлёўскага палаца паабяцалі перадаць прывітанне ад гомельскіх афганцаў іх расійскім саслужыўцам. Александр Лупіненка, Міхаіл Рабкоў, тэлерадыёкампанія Гомель. Гэтыя, а таксама іншыя навіны вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце па адрасе www.tvrgomel.by. На гэтым выпуск завершаны. У студыі працавала Наталія Ігнатенка. Усяго вам самага добрага і да новых сустрэч у эфіры.